Производство органической продукции представляет собой совокупность подотраслей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспортировки, оптовой, розничной торговли, направленных на реализацию продукции на внутреннем и внешнем рынке. И прежде чем мы начнем говорить об органической продукции, я хотела бы сразу отметить, что нашей задачей не является ругать кого-то, говорить, что они плохие. Мы бы хотели просто познакомить потребителей, дать им возможность выбора, чтобы они этот выбор делали осознанно. Для этого им нужно понимать, каким же образом производится на сегодняшний день продукция в сельском хозяйстве и какие альтернативные варианты могут существовать. Для того, чтобы понять, что такое органика, нам нужно окунуться в саму историю сельского хозяйства. Многие исследователи говорят, что история сельского хозяйства началась примерно 15 тысяч лет назад, с того момента, когда человек осознанно стал собирать плоды растений, одомашнивать животных, научился хранить и перерабатывать эти плоды. Вот с этого момента мы можем вести историю сельскохозяйственного производства. Можно ли сказать, что в тот момент у человека стояла задача производства органической продукции? Да, конечно же, нет. Потому что земельные ресурсы были настолько огромными, что человек мог использовать их все. И этот процесс продолжался достаточно долго. Наверное, мы можем сказать, что вплоть до 1800 года, когда население планеты перевалило за 1 миллиард человек. И вот в этот момент, наверное, что-то как раз и произошло. В тот момент население жило достаточно скученно, и стали появляться такие территории, где вдруг возник вопрос нехватки земельных ресурсов. И именно с этого момента мы можем сказать, что человек задумался о том, как ему сделать так, чтобы с единицы площади начать получать большую продуктивность. И в этот момент начинаются активные исследования в этом вопросе. Мы должны назвать фамилию такого известного немецкого ботаника Александра фон Гумбольдта. И его фамилия стала известна в связи с тем, что, путешествуя по новым землям, он привез из Южной Америки в Северную Америку образцы птичьего помета, который он собрал на множественных островах, где в течение миллионов лет жили самые разнообразные виды птиц. И то ли случайно, то ли преднамеренно, но он этот помет внес под растение и получил совершенно интересные результаты. То есть он получил увеличение продуктивности. Увидев все это, он стал уже с большим интересом и в больших масштабах проводить свои исследования. И спустя несколько лет он опубликовал достаточно большую статью, где показал результаты своих исследований по применению птичьего помета и повышению продуктивности растений в связи с этим. И можно сказать, что с этих времен началась так называемая гуановая лихорадка, когда многие страны собирали экспедиции к этим островам и, можно сказать, варварски они вывозили миллионы лет накопившийся вот этот плодородный слой в новые в свои страны. И лихорадка эта продолжалась практически 50 лет. За этот период времени плодородный слой был значительно истощен, можно сказать, практически весь уничтожен, все было вывезено. Примерно к 1850-1860 годам начинается так называемая индустриальная революция. Идет активное развитие различных отраслей, в том числе и активно развиваются химические знания. И химики находятся в таком поиске, где бы эти их знания могли найти применение. Как раз сельское хозяйство становится той отраслью. Начинаются активные исследования. За время применения гуанового удобрения была выдвинута теория о том, что из этого вещества растения употребляют определенные элементы. И начались исследования по внесению этих элементов
под разные культуры. То есть начались исследования по внесению азота, фосфора и других элементов. В том числе химики начали искать те формы, в которых эти элементы будут наиболее удобны для применения, наиболее удобны для использования растениями. Начало прошлого века характеризуется двумя войнами. Это Первая мировая война и Вторая мировая война. И, как мы знаем, большое развитие в Первой мировой войне получило применение различных химических веществ в виде газов, в виде отравляющих веществ. А когда мировая война закончилась, оказалось, что вот эти открытия, они не имеют применения, они вроде бы как больше и не нужны. И стали проводить поиски, где же можно применить это. И опять же, сельское хозяйство стало той сферой, где нашли применение вот эти вот вещества. Одной из проблем во время военных действий для солдат было наличие паразитов. И было предложено использовать такое вещество, которое появилось, было синтезировано еще в конце 19 века. Это вещество называется ДДТ. Оно считалось настолько безопасным, что его просто распыляли с самолетов непосредственно на людей, на солдат, которые находились в окопах. Но это имело достаточно хороший результат, то есть с паразитами, с ушами, с блохами удалось справляться. То есть было снижено распространение заболеваний. И даже в 1948 году Пауль Мюллер, отец применения ДДТ именно вот в этом направлении, он получил Нобелевскую премию. В дальнейшем ДДТ также продолжает считаться безопасным веществом. И во Вьетнаме, например, американские солдаты активно используют это вещество для обработки жилищ вьетнамцев, для обработки людей. И, в принципе, это продолжалось вплоть до 1960 года, когда появились первые исследования о том, что на тех территориях, где активно применялось это вещество, те люди, которые активно его использовали. Кстати, надо сказать о том, что ДДТ при этом еще и в сельском хозяйстве начали активно использовать для защиты от различных насекомых. Так вот, стали появляться исследования о том, что это вещество негативно влияет на здоровье человека. То есть у людей, которые с ним соприкасались, стали появляться различные заболевания, связанные с раком, с болезнями легких и так далее, и так далее. И примерно в 1962 году появилась книга Рэйчел Карсон, которая называется «Безмолвная весна». И можно сказать, что это был переломный момент, потому что с этого момента начали уже говорить о запрете этого вещества, начали говорить о его пагубных воздействиях на окружающую среду. Она, как эколог, это американский эколог, она показала те проблемные места, которые существуют в окружающей среде в связи с применением этого соединения. Кроме того, что просто простые люди обратили внимание на этот момент, еще положительным моментом можно назвать то, что многие политики тоже обратили внимание на негативное воздействие этого вещества на окружающую среду. И в 1972 году ДДТ был запрещен к применению в сельском хозяйстве и далее в других отраслях хозяйствования. При этом запрет ДДТ не остановил химиков. Мы на сегодняшний день можем увидеть, какое количество пестицидов предлагается на рынке и сколько наименований химических веществ существует на этом рынке. То есть порядка 5000 наименований пестицидов сегодня на рынке существует. И этот показатель, он увеличивается ежегодно. Какие-то вещества запрещаются, но при этом синтезируются новые. Также нужно отметить, что в результате хозяйствования человека при его неправильном использовании земель происходит ежегодная деградация этих земель. И она составляет, по данным ФАО, примерно 10 миллионов гектар ежегодно.
На сегодняшний день примерно 25% земельных ресурсов у нас находятся в состоянии деградации. Однако при этом ФАО отмечает, что если бы было введены правила устойчивого хозяйствования, устойчивого земледелия, то на сегодняшний день мы могли бы получать уже на 58% больше продукции, чем сельское хозяйство способно производить в данный момент. Также следует отметить, что параллельно с индустриализацией шло и другое направление. То есть некоторые исследователи задумались, неужели химизация — это единственный путь, которым может развиваться сельское хозяйство. И с 1922 года мы должны сказать, что шли параллельные исследования, наблюдения, основанные на использовании естественных процессов в земледелии. И примерно в 1940 году впервые был озвучен термин «органическое земледелие». Наверное, с этого момента как раз мы можем считать историю органического производства. В 1972 году была создана организация IFOAM, которая объединила все страны, в которых присутствует производство органической продукции. На сегодняшний день ООН признает 193 страны, в которых действует законодательство, связанное с развитием органического производства. Россия тоже двигается в этом направлении. У нас, можно сказать, молодое сейчас еще законодательство, но при этом количество сертифицированных производителей в нашей стране, оно увеличивается. Немножко хотелось бы сказать о том, чем же производство органической продукции отличается от производства продукции по интенсивным технологиям или традиционным, так их можно назвать. Но первое, о чем мы отметим, это то, что при производстве органической продукции не используются пестициды и химикаты. То есть для борьбы с вредными организмами, с насекомыми и сорняками применяются механическая обработка, соблюдаются севообороты, используются биологические препараты и используются насекомые энтомофаги, например, божья коровка или златоглазка. В животноводстве производство продукции при содержании животных используется свободное содержание. Также все методы по сохранению здоровья животных, они направлены на предупреждение заболеваний. Если вдруг для сохранения жизни животного приходится применять антибиотики, то тогда такое животное исключается из органического стада. При переработке продукции все методы направлены на то, чтобы сохранить изначальные качества продукта. Поэтому молоко, которое произведено по органическим технологиям, оно не может иметь длительного хранения, так как используется щадящая пастеризация. В Российской Федерации существуют аккредитованные органы, которые занимаются сертификацией производителей, захотевших производить продукцию по стандартам органической продукции. И все эти производители, они внесены в реестр органических производителей, который вы можете, в принципе, найти в интернете и познакомиться с этими производителями. Органическая продукция — это экологически чистая продукция, которая сохраняет окружающую среду и несет здоровье человеку.